Суд отказал мэрии Махачкалы в сносе здания «Парус». Напомним, что администрация Махачкалы через суд требовала, чтобы предприниматель снес шестиэтажное здание и привел в первоначальное состояние земельный участок у озера Акгёль. Согласно результатам проверки МВД республики, право собственности на эту землю было получено мошенническим путем. По версии следствия, были использованы подложное постановление мэрии Махачкалы, чтобы поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него. –